Начну сегодня с обзора рыбок красивых. Посмотрим. Вот видите, какие разные все, много рыбы. Полинезия, Микки Маус, красавица. Улитки, данюшки, губики разные. Здесь сомик панда. Панда или дамба? Дамба сомик, да, по-моему? Нет, панда все-таки правильно. Меченосы вильчатые, смотрите, какие красавчики. И, конечно, всеми любимые ансиструсы. Вот они. Сейчас так увеличим. Растения много разных сегодня привез. Здравствуйте, друзья! Сегодня 8 утра, город Кропоткин, Краснодарский край. Улица Речная, 6. Ярмарка декоративных птиц. Идемте смотреть канареек, попугаев, курочек, уточек, гусей. Посмотрим. Цены узнаем. Друзья, предлагаю начать с осмотра рыбок. Видите, здесь уже торговля идет. Не будем мешать, пойдем дальше. Тут даже есть возможность самому поймать рыбку. Ай-яй-яй, хватит меня, не дай. Почем ваши собачки? 12. Пара или один? Один. Один. Ага. 12. Здесь растения красивые. Искусственные даже вот есть. Корм есть. Давайте рыбок посмотрим. Меченосец вильчатый. Сомики. Анциструсы, сомики. Потом тут кто? Скалярия, термеции, улиточки. Тут много маленьких красивых меченосов. Интересный окрас. Вот малинезии. Пицилия. Данио. Губики. Друзья, приезжайте за рыбкой на ярмарку. Кто живет рядом с Армавиром, можете приехать домой. Номер телефона 8-928-231-6107. Идем дальше. А почему у вас волна? 800. 800? Ага. Друзья, кому гнезда для канареек нужны, тоже обращайтесь по номеру телефона 8-928-231-6107. Гнезда высылаем Почтой России по всей Российской Федерации. Идем дальше. Малыш, поверни. Сколько стоит такой? Он просит 25, уступит. Малыш. Вот собачки красивые, видите? Глаза. Красавец, красавец. А это вот папа у них один. Это как бы старший брат, младший брат, да? Да, да, да. А почем ваши цыплятки? По 40. По 40. Какие цыплятки? Вот она будет, большая, красная. Ну, прям вообще класс. Большой выбор волнистых. Какую цену у вас волнистые? 450. Смотрите, почти все мальчики. А девочки, наверное, на гнездах сидят, да? А тут что, все мальчики у вас? Да, здесь все самцы. А девочки на гнездах? Девочек забрали, а забрали. Отдельно сидели. Забрали. Остальные, конечно, парни надо. Все ясно. Розелла рубиновая, красота. Редко такие встречи. Кому вот
вообще не сидят. Друзья, большой выбор амандина, смотрите. Они сидят на разных жилочках, нифига не делают. В толпу пускаешь, они перепоролся, как они делают. Находят себе пластину. Просто ну, много мутаций у этого видео. Радужный волнистый, по-моему, очень красивый, яркий. Вот у нас головы 4,5, а все остальные цвета. Как вы видите, реально такие тратят, реально, кто хочет брать, придет покупать и расскажет цену. Сколько стоят вот такие вот темненькие вот эти? А? 3000, да? Все, спасибо. Друзья, для любителей птиц, вот кто держит попугаев, канареек, и там очень много вопросов возникает, чем кормить, как лечить, какие профилактики. Сделали группу на WhatsApp. Запишите номер 8-928-231-6107. Там напишите, я вас добавлю, я администратор группы. И, в общем, все подробности объясню, как там в группе, что происходит. В группе WhatsApp есть как бы клубные взносы 25 рублей в месяц. Для желающих можете прийти в группу и общаться. Там как покормить, как полечить. Ну, мало какие вопросы бывают. Пожалуйста, всех милости просим в группу на WhatsApp. Вот кто спрашивал, гуси, утки, сельскохозяйственная птица. Сегодня есть, сегодня много. Но это сегодня, что будет на следующую ярмарку, неизвестно. Сейчас же все могут раскупить и все. А почем ваши попугаи? По 10. По 10. Давайте посмотрим Розел по 10 тысяч. Вот так вот. Еще раз. Что делать, мальчик? Это пацан. Почем ваши канарейки? 3000. Все мальчики? Да. А возраст подскажете? Один. Вот. Старший 3 года, а это молодежь. Ага, вот тот 3 года, а это да, все этого года. А этого года это им примерно 3-4 месяца, да? Нет. Около 2 месяцев? Да. А как вы определяете, что это мальчики? Отсаживается, прослушивается. И уже в 2 месяца он показал себя певцом, да? Вот да. За это же хотел узнать. Да, конечно, ясно. Вот это зеленый. Это же правильно зеленый, да, окрас называется, да. А вот видите, там белое перо. И вот белое перо. У чистопородного, по-моему, не должно быть белого перо. Именно зеленый. И когти, видите, у некоторых белые, а у некоторых черные. А вот чисто зеленого должно быть, по-моему, все черные. Ну, кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. По-моему, я правильно сказал. Все, идем дальше. Здравствуйте, почем ваши птички? Подскажите цену. 1000. Это девочки все, девочки, да? Девочки, а вон мальчики молодые. 1000 рублей. 2,5. Мальчики? 2,5. 2,5. Молодежь этого года уже, да? А девочки кушают. А чем кормите вообще? Классическая зерносмесь, да? Канареечная, да, смесь. Ну, рапс, просто канареечная. Где тут покупают? Вот сейчас надо, кстати. А что-то из особенного добавляете, допустим, вот, ну, к примеру, стандартная зерносмесь, там просо, рапс, канареечная 7 миллионов. А вот тут вот стоял этот, желтенькая такая мелкая. Чумиза? Нет, там брал рыжик. Рыжик. Добавлял? Я не добавлял. Я... Вы добавляете, потом да? Еще какая-то ерунда тоже у них покупал, но сегодня их нету. В общем, вот, ребят, человек рыжик добавляет. Кто не в курсе, добавляйте тоже рыжик. Идем дальше.
Вон там малявки сидят. Это куры брама. Какую цену ваши брама? 2000 пара. Вот это 2000 пара, да? Друзья, смотрите, человек привез. Все по фото и все по породам расписано. Видите, как классно. Это у вас утята индоутки? Утята, да. Какую цену они сейчас? 1300. Это значит, один утенок 130, да, рублей? А возраст сколько уже? 3 дня. 3 дня. Друзья, вот красивые волнистые. Какую цену сказали? 500 рублей. 500 рублей. Смотрите, а, как на подбор красиво. А почем у вас волнистый попугай? 300. 300? Да. Взрослые ты девчонки, всегда, да, ты уже? Ты всегда попугаю, а меня никогда. А потом кричат, а ты звезда. Звезда интернета. Вы ваша машина, да? Ну конечно. Пары с крышки подарили. Все ясно. Я в Батайске ко мне подходил, не помню. В Батайске? Нет, это я здесь к вам. Здесь к вам подходил в прошлые разы. И тот, и в Оксае подходил. Все, ладненько, пойдем дальше. Да нормально, все нормально, осталось это. Я говорю, вот новая гров к нам заезжает, да, от вас? Да. Можно самочек брать и самцов местных, да? Конечно. Это вообще не от нас, это вообще с Мелитополя. С Мелитополя. А вы с номерами этими ездите, гаишники не останавливают? Нормально, можно? Да, можно, она даже не на мне висит машина. Это за трофей или у кого-то, наверное? Нет, нет? Это в Донецкой области. А, в Донецкой. Ясненько, пойдем дальше. Там за это в тюрьму сажали. Я понимаю. В 14 году, когда начали отжимать машины, ага. Ополченцы еще начали. Ага. Тут банда бандитов была. Ага. Махновщина. 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 Ага. Современная, да? Да. Там творили, мама, не горюй. А потом на централе сидели, всех посажали. Я понял вас. А самочек что, больше было? Подразобрали, да? Мне было их 108. А самцов вообще не привозили? Привозил, мне их забрали. Все, понял. Да. Ладно, пойдем дальше. Всего хорошего. А, спасибо. Дай этих сейчас допродать эту. Вот для любителей голубей. Немножко уделю время. Продано. А почем вообще были? 150. 150, да? Она мощная такая, курочка. Друзья, она вот тут курочка небольшая, а вот цыплятки китайские. А цыплятки есть такие или нет? Корниша нету. Как порода называется, вы сказали? Китайский шелковый абориген. А давайте номер телефона продиктуем. 8-961. 961. 512. 812. Друзья, звоните, уточняйте. Вот. Вот голландцы есть голубые и черные. Это как называется? Голландские белохохловые. Вот, друзья, смотрите тоже. В общем, номер телефона продиктовали. Вот показал, что есть. Звоните дальше уже сами. Колумбийка. Я имею в виду по породам. Лаванда. Ну, в принципе, все показал, пошел дальше. Самые красивые неразлучники. Почем вот эти? 6. 6 штучка? Нет. 6 тысяч пара. Да, и эти вот 6 пара. 6 тысяч пара. Эти 3 тысячи пара. Эти 3 тысячи пара. А это 4 тысячи пара. Это 4 тысячи пара, друзья. Приезжайте в Кропоткин. Вот такие красавцы. Заводчик с Краснодара. Почем у вас певчие?
Черти, какую цену? 4000 за метр. А вот эти птички? 32. Пара 30, Кир, ура. 3-4 дня постояли, приехал. Подошел. Курочки. Доминанты почем? Здравствуйте. 600. А месяцев сколько? А уже 5. 5 месяцев 600 рублей, да? А вот тут номер на машине, можно звонить, да? Сейчас сниму, давайте. Можно. Есть капканы для крыс. Для дичи разной. А это под кого ловушки? Для кого ловушки? Для птиц. Птицы, да? Голубь, ястреб. А как он правильно называется? Так и на... не хлопок, ничего, да просто ловушка. 45. Перепелок много разных. Сегодня в основном курочки, уточки, гусята. Вот опять малыши, смотрите, какие красивые. А какую цену ваши енотики? 13. Друзья, еноты. Почем морские свинки, подскажу? 500 рублей. Коробка есть, но выбираем. Хотите чисто беленький, хотите чисто рябенький. А почем ваши доминанты? Прошу 600. А сколько месяцев? 4 месяца 600. Петушки 350. Друзья, здесь 4 месяца 600. Там 5 месяцев 600. А лигорочка почем? 530 лигорочка. А сколько? Около 4. Около 4, 530. Все курочки. Я понял. 530. 530. Это у вас все гусята, да? Гусята вон, да. А гусята, гусята в какую цену? 130. 130? 330. 330. Браму? Да, да, да. Все у меня лохматые. Тут красная. Почем ваши волнистые? У меня дома же. Они мои, по 1000. По 1000, да? Там певчие сидели. И грудь, да, уже карта. Черноголовая, красноголовая, это все. Почем? Соломенная в какую цену? Сколько стоит этот соломенный? 15. Золотобрюхи. А белые, карелы белые сколько? По 3000. О, сколько стоит розовогрудый? 28 пара. 28 вот эта пара стоит. Вот она красивая. Амадина Гульда. Какую цену сейчас Гульда стоит? 4 рубля. Большой выбор. Друзья, по возможности прошел, показал вам все интересное. Иду к себе к рыбкам. Буду торговать рыбками. Подписывайтесь все на канал. У кого есть желание поддержать канал, номер телефона привязан, карта Сбербанк. 8-928-231-6107. Васильченко Юрий Анатольевич. До скорой встречи на следующей ярмарке. Снова будем снимать видео.